Ребята, нам нужно поторопиться. Уже темнеет. О боже, Сэм, держись. Машенька, мне уже ничего не поможет. Это и есть та самая свалка? Да ведь это просто груда металлолома. Борис, ты же специализируешься на военной механике. Придумай что-нибудь, как нам улететь отсюда. Можно использовать двигатель от лодки. У него малый вес, но потребуется как минимум 2 таких двигателя, чтобы нас всех поднять. И еще один, который задает направление полета. Также бензин. Но даже если мне удастся все собрать, где мы найдем винты? Может, эти винты подойдут? Ты гений, Машенька! Эти винты должны подойти! Слишком большой вес. Нужно топливо с большим числом октанов. Но тогда двигатели будут быстро перегреваться. Можно использовать ракетное топливо из боеголовок. Отлично, Джеральд. Тащи его сюда. Держись, Михаил. По моим расчетам, эта груда металла должна оторваться от земли. Борис! Я собрал 11 литров топлива. Нам должно хватить на весь полет. Борис, мы что, горим? Не волнуйся, Машенька. Это масло горит. Оно не рассчитано для таких температур, но нам должно хватить. Сэм действительно нас свел с самой безопасной тропой. Надеюсь, он сейчас более счастлив. Нужно набрать высоту, иначе навигатор не работает. Здесь все очень старое. Держись, Миша! Скоро мы прилетим к хирургу, и он вынет пулю. Борис, все нормально? Джеральд, охлаждающая жидкость выпарилась. Нам нужно срочно садиться и набрать воду, иначе двигатели заклинит, и мы рухнем. Но это пустынная местность. Здесь нету водоемов. Борис, кажется, я вижу пруд вдалеке. Да, Машенька, ты права. Садимся немедленно. Здесь очень тихо и спокойно. Как будто здесь не происходило ничего плохого. Как странно. Вода абсолютно прозрачная. И не слышно пения птиц. Ладно, заправляем баки охлаждения и улетаем отсюда. Машенька, не уходи далеко, скоро улетаем. Господи, что это? Какой-то санаторий? Собака? Откуда в этом богом забытом месте собака? Ого! А вот это действительно интересно! Автомат с газировкой, да еще и холодный! Восхитительно! Холодная газировка в жару. Что может быть лучше? Надо набрать побольше, чтобы всем хватило. Разрешено брать не более 3 банок за раз. Боже, как же вы меня напугали! Кто вы? Я Генри, здешний смотритель.